канале. Hot Wheels Михаил. Я вам представляю вот такого японца. Да, так, не получилось чуть-чуть прорисовать. Опять маркер у меня заехал. Задние сапоги я не прорисовал, потому что ты их особо и не увидишь. Вон цвет одинаковый. Вот такие спортивные полосы присутствуют. По вторым номерам моделька. Вот. Фокус авто потерялся что-то. Fire Lady, или как она, 2000. Моделька выпускалась с 2016 года. Hot Wheels Model. Малайзия. Присутствует на лобовом дворнике, вылитые на лобовом стекле. Крутые колесики. Ну, вообще, классная моделька у нас в коллекции. Всем крепкого здоровья. Ставьте лайки, подписывайтесь. Металл Пластик. Да, в наше сложное, трудное время. Не болейте, слушайте маму, пап своих. Всем классного коллекционирования. Пока-пока. Увидимся в следующем видео.